Здравствуйте. Центральная городская библиотека имени Михаила Васильевича Ломоносова предлагает мастер-класс по знаменитой сказке Петра Павловича Ершова «Конёк-горбунок». Для мастер-класса нам понадобится белый лист бумаги А4. Из него мы вырезаем два квадрата 15 на 15 сантиметров. Вот такие два квадратика. И 6 сантиметров, 2 полосочки на 15 сантиметров, 2 полоски. Также нам понадобятся стразики, фломастеры, карандаш, линейка и ножницы. Из двух квадратов мы делаем такие детали. Складываем квадрат по диагонали пополам. Раскрываем и складываем к середине с правой стороны треугольничек и с левой стороны треугольник. С нижней стороны мы складываем также два треугольничка с правой стороны и с левой стороны. Складываем пополам. Получаем вот такую деталь. Складываем и делаем такую же деталь. Складываем по диагонали пополам. С правой стороны к серединке верхнюю часть и с левой стороны к серединке. Также складываем нижнюю часть с правой стороны и с левой стороны. С левой стороны. Одну деталь мы сгибаем пополам. Вот так. Пополам. Уголок с правой стороны мы отмечаем, намечаем линию и загибаем внутрь. Получается у нас вот такая деталь. Откладываем в сторону и делаем вторую деталь. Делаем линию с правой стороны вот так же. С верхней, сверху мы загибаем в левую сторону уголок, раскрываем и складываем его внутрь. Вот так вот складываем и складываем его внутрь по линиям. Вот так. Вот уголок мы загибаем также внутрь. И получаем такую деталь. Откладываем в сторонку. Пополам делаем на две половины полосочку. И откладываем в сторону. Затем мы на второй полосочке ищем середину и с двух сторон к серединке складываем. Полоски такие. И мы их еще раз складываем. Затем мы берем клей. Возьмем клей и приклеиваем детали. Вот первую деталь мы приклеиваем.
Так. И вторую деталь. Смазываем клеем и приклеиваем вторую деталь. Получается у нас вот такой конек. Затем мы берем полосочку, складываем пополам и надрезаем, чтобы сделать гриву помельче. Поуже полосочки у нас будет грива. Приклеиваем гриву. И делаем хвостик. Хвостик нужно нам сделать подлиннее. Мы складываем и также будем разрезать поуже. Скручиваем. Исправляем. Приклеиваем. Вот. Так. Затем мы приклеим глазки. Глазки можно нарисовать фломастером. Рисуем фломастером глазки. Так, получается у нас. Приклеиваем стразики.
Марш конем готов. Спасибо за просмотр.